посвящен празднику Дню защитников Отечества. Поэтому там очень много молодежи, которые предстоит служить в армии. Турнир специально приурочен для молодых, но участвуют все желающие. Кроме спортсменов, которые профессионально тренируются с гирями. Спортсмены первого разряда и выше не допускаются, если он не ветеран и не юноша. Поэтому там, в принципе, выступают любители. А максимально облегченные упражнения, награждаем всех, кого можем. Юношей до призывного возраста просто отмечаем участие. В этом году этот турнир проводит спортклуб «Гераклеон» на своей территории. Мы ему очень за это благодарны, что интерес к гиревому спорту у спортсменов «Гераклеона», у руководителя Сергея Александровича Еремина очень большой. Потому что гиревой спорт – это наш советский вид спорта. И поэтому где-то можно сказать, что это патриотично его развивать. Мы очень благодарны «Гераклеону» за то, что они нам создали такие условия, сами выставили свою команду, их спортсмены, кроссфитовцы участвуют в них, показывают неплохие результаты. И мы надеемся, что сотрудничество наше будет продолжаться во всех областях. И еще в институте учился, и у нас в комнате общежития была пудовая гиря. То есть это был 1974 год. Ну, как бы просто так. С 78 года у меня дома появилась 24-килограммовая гиря. Вот, а где-то в соревнованиях я стал участвовать. Я тогда служил в войсках ПВО с 1982 года. Ну, мне понравились соревнования эти. Соперники были, ну, серьезные такие. Занимаюсь я 5 лет. Готовлюсь в город Голицыно выполнять КМС. Гиревой спорт сейчас не только у нас в стране, он во всем мире набирает обороты. По-моему, это очень хорошая тенденция. И для молодежи, мне кажется, особенно если подготовка к армейской службе, мне кажется, один из видов спорта, который способствует развитию силы, выносливости. Ну, готовлюсь к спартакиаде. У нас в июне будет спартакиада между заводами. Рывок. А так, только из-за этого начал заниматься спортом. Директор заставил заводы и начал. Потом Шутов Марк Вениаминович пришел нам тренером. Начал меня приглашать на соревнования, я вот стал ходить на соревнования.